Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Lift Legends симулятор. Это довольно новенький симулятор, сделали его буквально недавно. И для вас уже нашел офигенный скрипт. Для того, чтобы нам его активировать, нам потребуется чит. Буду использовать свой личный, также ссылочка на него будет в описании. И недавно здесь было обновление, вот в этих шестеренках добавили две новые функции. Это FPS Inlook и Fix Inject. Fix Inject — это получается, если у вас не работает автоматический инжект, вы нажимаете вот на эту кнопочку, у вас скачиваются драйвера, вы их устанавливаете, и после этого у вас будет полностью рабочий автоинжект. А FPS Inlook у вас будет лучше намного FPS. То есть не будет проседаний всяких. Не будет всяких проседаний FPS и так далее. Так, ну давайте, в принципе, перейдем к скрипту. Для этого нажимаем вот здесь кнопочку Inject, где шприц нарисован. Ждем, пока у нас заинжектится. Так, у меня вылез антивирус. Так, я тут разрешаю. Почему-то он рыгается на DLL. Ну ладно, в принципе, не суть. Так, ну все, в принципе, мы заинжектились. Вышел из Exploit. Отлично. И вставляем вот сюда скрипт. Так, теперь нажимаем Xcode. Здесь очень много функций. Эти пока закрываем. Пойдем по порядку. Автоклик. Получается, он за вас будет автоматически кликать и получать силу. То есть, смотрите, я сейчас продаю. Включаю автоклик. И, как видите, все работает. Также есть автосел. Включаем. И смотрите, автосел, получается, работает только когда вы накопите полный рюкзак. То есть, как вы только накопили полный рюкзак, он за вас автоматически продает. И не нужно будет идти на вот этот кружочек для продажи. Так, ну эти две функции работают, отлично. Автореберст я показать не смогу, потому что у меня не хватает на данный момент. Но эта функция работает. Также автобай стрэндж и автобай эндурнейс. Это получается сила и вместимость. Давайте включим. Так, как видите, я автоматически прокачал силу на третий уровень. И также с этой функцией вступаем также. Включаем ее. Как видите, тоже автоматически все купилось. И она стала третьего уровня. И вместимость у меня стала намного больше. Так, теперь я получаю по 9.84 силы. Увеличилось примерно в два раза. Так, ладно. В принципе, идем дальше. Фарминг. Тут получается три функции. Фарминг скорости, защиты и силы. Так, вот эти функции пока что опустим, понишим. И включаем. Так, смотрите. Сейчас получается, мы должны получать скорость, но работает, конечно, эта функция не очень хорошо. И смотрите, чтобы она у вас заработала, нужно немного побегать. И после этого она у вас сама будет получать. То есть прибавляться. Так, давайте еще побегаем побольше. Так, ждем. Так, сейчас она заработает. Я до записи видео проверял. Вот, нужно, получается, немного побегать, и только после этого она будет у вас автоматически прибавляться. Так, как видите, все. Все заработало. Я сейчас на данный момент не бегаю, и скорость сама прибавляется. То есть, по крайней мере, прибавлялась. Сейчас вообще не прибавляется. Так, ну, немного фигово эта функция работает, но она работает. Так, ну ладно, в принципе, вы всю суть функции поняли. То, что нужно сначала побегать, а потом она у вас будет сама работать. Так, идем дальше. Защита. Как видите, эта функция тоже работает. Она, конечно же, получше работает, чем прошлая. Вот, здесь просто получается сидите, ничего не делайте, и за вас все прибавляется. Также получается сила, то есть удар. Как видите, тоже прибавляется автоматически. Эта функция тоже работает. X у нас функция не работает. Ее сейчас на данный момент дорабатывают.
Вот, но может быть через день, через два она уже будет работать. Так, телепорт. Идем сюда. Здесь вы можете тпкнуться на любую локацию, которая, допустим, у вас закрыта. Вот у меня закрыта вторая локация, я хочу, допустим, на нее тпкнуться, нажимаю, и, как видите, я тпкнулся. Также можно тпкнуться на самую последнюю. Так, все, мы тпкнулись, дальше локации у нас, получается, нету. И также вот здесь продажа X30, то есть X60. Но не знаю, насколько правда она работает, но вроде бы как X60 не работает. Из-за того, что нужно будет, получается, открыть эту локацию. Вот. Пока вы ее не откроете, у вас, скорее всего, не будет. X60 продажи работает. Так, идем дальше. Music. Redeem Metal Codes и Unlock All Game Pass. Давайте первую функцию проверим. Так, и что-то ничего не произошло. Бустов вроде тут нету нигде. Как я вижу. Так, тут у нас бейджики. Тут... Туториал, это музыка. Ну, в принципе, все. Ну-ка, что там по питомцам? Так, этот питомец у меня уже был. Значит, все-таки эта функция не работает. Вот. Идем дальше. Unlock All Game Pass. Включаем ее. И... Так, заходим. Где у нас тут геймпассы? Так, Нет, они не купились. Значит, эта функция тоже не работает. Так, и последняя функция это Click Speed. Получается скорость нажатия. Сейчас я получаю вот с такой скоростью, получается, силу. Делаем X2. Так, сейчас продаем. И как видите, он, получается, гирю стал намного быстрее поднимать. То есть не гирю, а она по-другому называется, не помню. Извиняюсь. Или гири, ну ладно. В принципе, не суть. Гантели, вот, все, вспомнил. Гантели. Все. Вот, ну, как видели, заметно быстрее стал. Почти все функции рабочие. Так что на этом я буду заканчивать. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. С вами, как всегда, был Изван. Всем удачи и пока. Yeah, no, girl.